Всем привет, с вами Тома, и мы продолжаем играть в Sims 4 с дополнением «Жизнь в большом городе» в стилистике My Little Pony. Играем мы за Коко Памел, ее дочку Шерри, и где-то там у нас еще есть муж Акира, который, кстати, куда-то ушел у нас. Что? Что тебе не понравилось? Дурацкие карточки, пора отдохнуть, так долго учиться совсем не весело. Так, вот довела я Коко ребенка до слез. И куда ты пошла? А успокоить ребенка? Утешить. Вот, еле нашла. Теперь буду изучать опции еще с меню с малышами. Куда ты пошла? Все, успокоилась? Какая радость играть в карты на планшете. Но, кстати, планшет мы тебе пока не покупали. И, кстати, я хочу сделать сразу две вещи, пока не забыла. Во-первых, убрать люльку в багаж. Так, отлично, ламу можно вернуть вот сюда. Во-вторых, я хотела закрыть на балкон дверь для Шерри. Для всех, кроме Шерри, потому что как бы детям на балконе делать нечего. Вот, и во-вторых, мы сейчас, конечно же, вернемся дальше общаться с Шерри, но давайте Акира быстренько съездит на блошиный рынок. Торговать и обмениваться мы не будем, мы сейчас просто посмотрим, что нам прогрузит игра в плане вещей, потому что, может быть, какие-то имеет смысл себе купить, они тут бывают классные, например, вот эту вот, помните, мусор или клад, лампу такую же я покупала, вот, у нас одна такая уже есть, может, вторую купить, хотя она теперь разблокирована на самом деле, давайте купим, она на самом деле теперь разблокирована в магазине, я могу покупать уже не только здесь, так, стул или клад у нас такой тоже есть, но опять-таки можно купить и второй, сколько он тоже, 34, дальше, что это такое, это маленькое кресло, переработанные ящики, солидарность. Ух ты, названия у них просто какие-то чумовые. Ух ты, желтый. Вы помните, у нас такие торшеры были в этом самом, в Контерлоте. А там был желтый? Я что-то даже не помню. Помню, был красный, зеленый. Наверное, желтый тоже был. Ну, кстати, классно. Это что такое? О, диван, смотрите, зачетный. Прикольный. Сколько он стоит? 169. А что, забавный диван? Он, правда, диван не особо нужен. Типично такие. А, барахолка, скупаем все подряд просто. Но зато у него уникальный дизайн. Давайте возьмем, может быть, Коко в эту самую. В галерею ее. И торшер давайте тоже возьмем. Я не знаю, зачем, но просто, может быть, потом в галерею пригодится, потому что с деньгами вроде у нас пока не все так печально. Ну, всякие стулья, я думаю, мне не столь интересны. Лампы вроде не уникальные. Обычные лампы. Так, ну и плюс тут дешевле, чем в магазине. Что у тебя тут по этим самым? Прикольные. Забавная Дженни. Я даже не знаю, ему для коллекции очень многих не хватает, поэтому какой смысл брать каких-то отдельных, наверное, особо нету. Хотя можно. Ну и цены у этих редких, этих самых Масимов просто обалдеть. 30-125. Ну, в принципе, как и камни большие тоже дорого стоят. Но на самом деле, мне что-то нравится вот эта парочка. Вот это Файлет и Моркубус. Они такие прикольные. Давайте, может, их возьмем. Дома у Акиры поставим. В его коморке. Все, и пойдем домой. Да, возьмите их двух еще товарищей. Потратится, так потратится. Че, раз в две недели бывает. Благодарим за покупку предмета. Отлично. Да, все, хорошо. Давайте вернемся домой. Или просто сменим контроль на Коко, а Киру домой пришлем. Отправили его, короче, по магазинам, но купили всякой чуши. Ладно, расставим где-нибудь потом. Но мне как-то даже нравятся вот эти все барахолки, потому что так не знаю, что тебя там может выпасть. Хотя, конечно, именно коллекционные предметы имеют смысл докупать конкретно те, которых тебе не хватает для коллекции. Вот, но нам там еще очень много не хватает до коллекции, поэтому это как бы отправить. О, а, не то.
Зато когда она второй раз переместилась сюда, смотрите, здесь уже продают не Масимсов, а фигурки. Эти фигурки, по-моему, можно выстругивать из дерева. Кстати, может, нам тоже как-нибудь попробовать? Вот это и вот это. Надо попробовать, может, тоже купить для Акиры этот станок деревянный, да пускай его стругивает себе. А почему бы нет? Это что такое? Северное сияние кресла. Дороговато. Напольный светильник. А, это напольный светильник, а это засвети. А, это такой вот, это прям натюрморт. Прикольно. Что-то таких торшеров даже не помню в этом самом. А, в обменнике. Ну, видите, второй раз зашли совершенно другие вещи. Ладно, давайте по-человечески вернемся домой. Кстати, это ведь неплохой лайфхак, если вот хочется что-нибудь. Чей мусор? Выкидывай. То это самое. О, разобрать на детали. Неплохой лайфхак, если вы хотите купить что-нибудь прикольное и интересное. То мы... Опять карточки. Опять карточки. Можно вот так вот постоянно заходить и что-нибудь интересное смотреть. Почему нет? Что-то у нас ребенок опять карточки захотел. Что это? Действительно, что это? Даже не знаю, что это. Я думаю, мы с тобой сейчас, не знаю, столик посмотрим. Нет, не с тобой, с тобой. Она карточки опять захотела. Опять кто-то поет у нас просто. Что это? А ты не можешь? Это для детей постарше, которые, да? Да, малышка, очевидно, в это еще не сможет играть. Вот в это. Это на постарше рассчитано. Нам уже на детей. А что у него качается при этом? А, то что-нибудь качается? Да, мышление. Что, ты пришла посмотреть, чем твои девчонки занимаются? Смотреть. Потрясающе. Все, посмотрел. Кстати. Ну, я думаю, он там сам сообразит, что ему там в туалет, не в туалет, поесть, не поесть. Хотя, может, не сообразит. Ну что ты? Так. Естественно, нуждаюсь в остальном. Может, ее сразу попробовать приучать? Кладку. Кладку. Горшку. Сейчас она опять психанет, что не получается. Просить почитать книгу. То есть умная будет прям вообще не в себя. Я думала, она будет творческая, она, походу, умной хочет быть. Второй уровень навыков мышления. Коко, давай это самое. Следующим пунктом у нас меню. Да. Не, как в этот раз она не психанула, что у нее ничего не получается. Что, не хочешь помощь с горшком? Все, да, давайте. Приучайте меня полностью. Как на это садиться, с какой стороны? Так, что у нас? Ага, он сообразил, что ему надо покушать. Молодец какой. Титоза, молодец! Сообразила, что тебе тоже надо покушать. А, кто-то Мико. Хоти со своими стаканами. Везде этих стаканов понаставили. Так, что я там понакупала? Всякой... Из этого дома что-нибудь можно поставить там? Кстати, диван прикольный. А у него какие расцветки есть? О, чё, классненький, мне нравится. Ну и не лучше, чем наш этот, конечно. Но так-то в целом классный диван. Так, торшер еще один. Но там вроде ставить некуда. А Кире бы неплохо здесь какой-нибудь стеллаж поставить, может быть. И на него все это выгрузить. Давайте ему какие-нибудь витрины, как у куков в магазине, поставим. Что-то полистала тут остальные, но что-то мне... Кроме того, что куку больше ничего не нравится, я этот однолюб, наверное.
Не, ну серьезно, я тут всякие разные комбинации перебрала, и как бы мне ничего больше не понравилось. Хотя я честно пыталась что-нибудь другое выбрать, чтобы, ну, не одинаково совсем было, но нет, мне ничего не нравится. Давайте выставим сюда наши тут всякие скульптурки. А куда все пропадает? Что такое? Я ставлю, оно куда-то пропадает. В багаж переместилось. А у нас такой был, кстати. И такая была. Это мы сами находили? Или это у нас эти задублировались? Что за глюки? Почему у нас дублируются? Ай, я обалдею, Симпсон, не серьезно. Ну хотя бы мне бесконечные, и на том спасибо. А где моя большая штука, которая деревянная? Так, а она кому в инвентарь улетела? Не, ну серьезно, какой-то прям глюк на глюке. О, ну ладно, нет, это явно надо в галерею потом. Ужас какой. Так, второй стул отсюда. Можно, да, вот так. Второй стул поставить для совместных чаепитий по утрам и вечерам, я не знаю. Вторую лампу там ставить вроде некуда. Не, ну, я, конечно, обалдела, когда такая штука началась. Я думаю, что такое? Что случилось? Ну, вон что оказывается. Ах, так. Я так и не поняла, куда у нас ушла деревянная штука вторая, которая шипообразная. Но глюк с дубликатом этих самых мне понравился. Это волшебная полка, волшебная комната или что? А, вот она. Она почему-то не выложилась. Разобрались со шкафом. Ух, шкаф. Ну, вы видели, какие глюки. Да, Кира. Красота неописуемая. Заняли место, называется. Я думала, мы что-нибудь сюда более классное поставим, но нет, мы поставили какую-то ерунду в очередной раз. А, что у нас здесь продвигается? Потихоньку продвигается. Он что хочет? Просматривать веб-страницы. Ну, ты там. Ладно, разберешься, я думаю. Давайте заниматься тем, с кем надо, кому надо помогать. Так, она хочет отправить сообщение, нарисовать привязку. Все, да, все еще это. Ну да, это надолго. Это я правильно сделала, что начала заранее, потому что это теперь надолго. Кира даже не знает, чем ему заняться. Боже. Да, это надо начинать сильно заранее. Естественная нужда. Боже, что я снимаю? На что я трачу свою жизнь? Получу навык писательства. Ура! Получилось! Надо. Нет, не надо вынести. Что, с первого раза не надо? Дальше что она хочет? Дальше она хочет поплакать, очевидно. Но еще покормить бы не мешало перед тем, как спать положить. Пирамидка. Форма. Форма — это воображение? Или что? Все поломать. Просто все поломать. Поломать и выкинуть. Все не так. Все не то. Мне кажется, она управляет ими силой мысли. Ты главное не ешь. Потрясающе. Так что ты качаешь при этом? Ух ты. А, да, Мико, она уже знает. А кто такая Мэдди? Грустная усталость, низкий уровень бодрости. А, так, ну понятно. Что она хочет? Попросить напиток. Нет, давай ты почитаешь на ночь.
А можно читать на ночь? Почитать на ночь. Вот, давайте вот так сделаем. Все, детенок, заканчивай. Иди спать. Быстро ты спать захотела. С собой даже толком не поиграли. Янави! Медведь! Что, не хочешь? Или хочешь? Она не решила, хочет она или не хочет. Ой. Так. Вот. Нибанахана флуп. Блорид имбала. Фламилабу. Йоблиф адаморф. Мне кажется, он не знает, что читать. Так, хочет наблюдать за ним. Все, кончилось. Быстро уложил спать. Все так раз и уложил спать. Справился. Ку-ку, приготовить кофе хочет. Зачем тебе кофе готовить? Зачем тебе кофе, Ку-ку? Зачем тебе кофе? Можешь проще спать лечь, не? Или тебе, типа, еще рано спать лечь? Типа, еще детское время, кто ж так спать ложится рано? Кофеварка в зоне доступа в симов — это страшная вещь на самом деле. Малышка прилипчивая, хорошая подруга, дочь. Вот так. Софию я не помню, откуда она знает. Подросток София. Чё, чей тарелка? Какие-то там люди грустные ходят за окном. Короче, ничем мы с толком с ребенком поделать не успели, она спать захотела. Поправить одеяло. Тоже кофе хочешь? Чё, и можно поправлять одеяло? Подоткнуть одеяло, действительно. Я пропустила такой милый момент. Как я могла? Вы сейчас кофе напьетесь и будете тут буянить у меня. А, ну да, она же сварила теперь. Начнется веселуха в этом доме. Да, вот, она тебе хочет скачать пресс. Все остальное. Отжиматься. Ты качать пресс хочешь, а не отжиматься? Янави. Он сейчас тоже допьет, тоже начнет буянить. Ку-ку у нас просто спортсменка-комсомолка. Ну вот, он хочет отправиться на пробежку. Отправься на пробежку. Так и быть. Отжиматься. Да ладно вы, физкульт-приветники. Прям началось теперь. Восхищаться интересно. Чё, ты теперь бегаешь? Теперь мы за тобой понаблюдаем. Какие-то разборки у кого-то. Чё народ делает? Балдеть можно. Хватит есть, надо спортом заниматься, а не стоять у ларька и смотреть на еду. Там кто пошел. Это очень жаркий. Ужас какой. Этот стакан с кофе так и стоит тут до сих пор. Потрясающе. Кто-то путеводитель читает. Короче, что-то народ воскресным вечером ходит, не знает, чем заняться. А Ку-ку у нас знает, чем ей заняться, она смотрит телек. Что-то им как-то кофе не особо помогает, я хочу сказать. Возбужденная картина. Это какая? Или такой нет? Она хочет импрессионистическую. Все, побегал. Какая радость.
Что? А, все, я поняла, я не так сделала. Короче, все, я не так дверь закрыла в прошлой серии, надо было ее закрыть. Я хотела закрыть от Шерри дверь, да? Но, походу, так не могу сделать. Да вы издеваетесь. Я могу ее закрыть для всех, кроме Шерри. То есть Шерри можно будет, остальным нельзя будет. То есть, понятно. Короче, я, как всегда, лошара. Вот ребенок проснулся. Нет, ребенок идет ломать домик. Не ломай! Не ломай домик! И что? Ну, сломал этот домик. Что теперь? Папа, чини дом. Папа, чини дом. Потрясающе просто. Проверить малыша. Да. Уж. Папа чинит дом. А что папа у тебя при этом качается? Механика. А, то есть дом, в принципе, ломать можно. Разбудили ребенка? Ни стыда, ни совести. Может, ее покормить надо, нет? Не надо ее кормить? Надо. Устроить истерику, да. Устрой истерику полностью. Давайте мы ее уход за малышом, дать еду. Классно ты. Бедный ребенок. Суровые соседи. А еду ты ей дашь? А, ну давай, молодец. Ты будешь без еды, Шерри, только на стуле сидеть. Можно устроить беспорядок. С таким лицом ест просто. А обратно ребенка никто снять и не хочет. Сними ребенка обратно. Ты такая поставила и пошла. Все, ты сама ляжешь спать сама. Сесть спать. Видите, у нее нет опции спать, а у тебя есть опция спать? А, нет, у нее опции спать. Потому что кто-то до 2 ночи теперь будет. Есть опция почитать на ночь? Нет, у нас теперь просто будет до 2 ночи полный раздрай, потому что кто-то... Ну, у взрослых я знаю, как уложить спать, вы знаете. А вот что с маленькой делать, я даже не знаю. Но она, в принципе, немножко выспалась. А вот куку скоро от усталости это самое. Давайте мы, наверное, взрослых положим спать. Хитрым способом нашим излюбленным, потому что нет, просто уху. А пока без этих самых, потому что я думаю, Коко надо лечь. Мне уже как бы кофе, конечно, хорошо, но... Ну а ты, ребятенок, я не знаю, поиграй с чем-нибудь. Хочешь поиграть? Вот смотри. Что это? С этим нельзя играть? Нельзя. А тут есть игрушки, с которыми она может играть? Или я и ни одну такую не взяла. Так, давайте-ка купим ребенку игрушку, с которой можно играть, а не которые просто красиво стоят на полке. Потому что, по ходу дела, с этими она играть не может. Вот это мод. Вот, я думаю, надо какую-нибудь ту, которую играбельная. Давайте ей ламу или мишку.
Или ученка. Вот тебе ученок. Играй с ученком. Да, да, там. Им, по-моему, даже нравится, что там постоянно кто-то шумит. Что-то я схватила в багаж, положила. Ой. Ай-яй. Ой-ой. Где я? Кто я? Я хотела чуть опустить. Музыка такая. На мелотаже, да? Под тяжелый металл. Смотреть на игрушку. Ой, на ребенка, играющего с уточкой. Да. Что для счастья надо? Потрясающе. Ну чё? Надо ей до двух ночи теперь играть. Эти-то заснули, заснули. Хорошо, хоть кто-то заснул. Потому что, видите, она спать не может лечь. Ей придется играть. Так, ну что, я могу выкинуть эту тарелку как-нибудь? Если через багаж. Как приходится это самое, чтобы тарелку выкинуть. Раз. Все бросили ребенка. Все, они закончили. Ура, они до часу решили. В этот раз. Все, ложись, Шерри, спать. Давайте заканчивать. Уже я уже устала записывать. На самом деле. Все, да. Ура, эти взрослые закончили свои дискотеки. Все. Споки-ноки. Все, давайте заканчивать. Я надеюсь, нас сейчас не разбудит никакое землетрясение посреди ночи. Конечно, соседи у нас оказались гораздо шумнее, чем я рассчитывала. По-моему, они через день устраивают какие-то эти самые тут танцы-шманцы до двух ночи. Ну ладно, до часу ночи. Ладно, вот такая у нас Шерри. Да, пока мы мало с ней посмотрели, чего хотелось бы. Ну, посмотрим еще не все. Так сказать, все впереди. Надеюсь, эта серия была вам интересна. До встречи в следующей. С вами была Тома. Пока.